Итак, друзья, мы с вами начинали цикл о том, что ждет, какая обстановка сегодня происходит на нашей с вами земле. Земля наша большая. Так получилось, что Украина, Россия, Белоруссия и все другие сестры республики были перемешаны, народы перемещались из одного места в другое. То есть нас всех сделали, скажем, принудительно мутантами одной народности в другую. Так уж получилось. Возьмите крымских татар. Как сказала бабушка одна в селище Битовка, что уехали-то крымские татары, а приехали узбеки. Вот вам. И наглядный пример того, что хотела сделать советская власть с народами, чтобы они были иванами, не помнящими своего родства, и чтобы они не оставили в себе народные черты. В принципе, в крымских татарах народные черты все пропали. То есть народная сила, народная мудрость, и вот тот стержень народный, он ушел, он испарился. Да, и узбеки тоже сильные нации, и крымские татары. Но когда это в совокупности, уже разрушается стержень нации. Я сейчас буду продолжать говорить о том, что происходило на Украине. Язык фактов. Это 30-е годы 20 века. Это то, что нас ждет с вами очень-очень даже скоро. В целом ряде районов. Говорится в документах ЭГПУ. Зафиксированы случаи, когда руководители колхозов совместно с членами партии комсомола занимались сокрытием неучтенного зернохлеба в колхозах. Но они хотели, наверное, чтобы эти люди под страхом смерти воровали сами у себя. То есть у своих детей, у своих отцов и матерей забирали. Павлики Морозовы были, нам их давали как пример. Как пример того, что нужно за это зерно. Вы помните, да, Павлика Морозова? Это советские учебники в наших школах. Что за это зерно нужно пойти и настучать на своих родителей. А дед взял и зарубил Павлика Морозова за то, что он сделал это с родителями. Такое потомство не должно жить. Так решил дед. Это семья. Они вправе решить были за себя. Продолжать этому дерьму жить или не продолжать? Вы понимаете, да? Это опять-таки мое личное мнение. Я сегодня высказываю мнение Тани Карацуба, Сеид Бурхан. Итак, в артели имени Ворошилова в кладовых выявлено 528 пудов неучтенной кукурузы, 60 пудов ячменя и 240 пудов пшеницы, скрытой в отходах после молодьбы. А чем народ должен был питаться? Чем? Они хотели, чтобы народ вымер. Именно для этого забирали все у народа, грузили на пароходы и вывозили в Черное море, где топили, сбрасывали все в Черное море. Редко какой пароход уходил в Соединенные Штаты и продавали туда. Но это не все, не кукурузу. Зачем она нужна там, в Соединенных Штатах, кукуруза? Пшеницу, только пшеницу, а ячмень и кукурузу все сбрасывали. Народу не оставляли шанса выжить, друзья. В колхозе села Столбуваха выявлено 11 амбаров, где скрывалось зерно. Установлено, что правление артели совместно со счетным аппаратом не было заприходовано половины всего обмолоченного хлеба. В сельхозартели Коминтерн Бердянского района по инициативе председателя Павла Ткаченко, члена КПБ, из партии его исключили, конечно, и члена правления Милюса, бывшего политбандита, умышленно было пущено в солому и половину 1,2 тысячи пуда зерна, а также было спрятано 600 пудов отхода, из которых впоследствии было извлечено 40% чистой пшеницы. А что председатель колхоза не должен был заботиться о своих колхозниках? Да колхозники бы его на вилы подняли. Однако же он должен был против всего села поддерживать только советскую власть. Власть бандитов, не большевиков, бандитов. КПБ – это власть бандитов.
а не большевиков. Слово «большевики» пришло гораздо позже. Правление артели «Незаможник» Бердянского района скрыло от учета 1,5 тысячи пуда зерна. Из этого количества правление успело разбазарить 150 пудов. Разбазарить – это значит отдать голодающим колхозникам. Это значило разбазарить. У амбаров выставлялись часовые с ружьями, с пулеметами, чтобы местные колхозники из-за голода не разбазарили то, что находится в амбарах. И вот такие лозунги: немедленно арестовать всех, кто пробрался из Украины. Единоличники семьями побежали из села. У них еще что-то оставалось, но они понимали, единоличники – это более умные люди, нежели весь колхоз. Они понимали, что такое власть бандитов над ними, и они работали на себя. Они не пошли в колхозы. Да, много было препон для жизни. И сегодня тоже будет много препон у вас для жизни, если вы не вкололи себе кое-что, друзья. А так, конечно, да, вы можете жить до определенного времени спокойненько. Но потом будут препоны. И так же и тогда, представляете, единоличники побежали из села. Потому что если у них что-то и осталось, их, конечно, бы все остальные разорвали бы крестьяне от голода, а не потому, что все остальные сволочи и звери. В районах Киевской области в то время отмечаются случаи бегства единоличников. Например, Трояновский район. В районе за последнее время приняли массовые размеры выезда единоличников. Так из села Шуйск выехало до 100 семей. Из села Корчак 24 семейства, которые бросили без присмотра свои хозяйства. Это значит, срочно бежали, без присмотра бросили свои хозяйства, убегали люди, потому что понимали, что приходит. Да, они лучше соображали, лучше понимали. Поэтому я вам сегодня рассказываю, чтобы вы тоже понимали, что к вам идет, что грядет. Нет, вы не думайте, что история не крутится. Она крутится, крутится по спирали. И мы сегодня в той точке, которая вот уже пришла. Ну, можно, конечно, не верить, друзья, но это не так все просто. Черняховский район. Во избежание репрессий за невыполнение хлебозаготовок из сел Бельск, Холодеевка, Черемушня, Лавочки выехало 14 семей единоличников. Географию и масштабы побегов крестьян объясняют специальная директива ОГПУ 5.2031, появившаяся в январе 1933 года. Полномочным представителем ОГПУ в Московской, Центрально-Черноземной и Западной областях в районах Нижней и Средней Волги и Закавказья строго приказано на всех дорогах, ведущих из Украины, поставить пикеты. Это, друзья, блокировали Украину. Вот сегодня Украина строит заборы. Она думает, что она строит от россиян. Так она думает. Так сегодня приказано. Уже 2 года Украина строит заборы. Но бежать-то будет некуда. Там, где будут свободные места, где не будет заборов, там, друзья, будут стоять пикеты. Это для того, чтобы выморить всех украинцев, было сделано в 1932-1933 годах. Уже 2 февраля Сталину и Молотову доложили: для прекращения массового выезда из Украины транспортным органам ОГПУ организованы на дорогах Северного Кавказа, Украины, Юго-Восточной, Западной, Рязано-Уральской, Самаро-Золотоустовской, Октябрьской, Московско-Казанской, Московско-Курской и Московско-Балтийской, Белорусской заслоны и оперативно-розыскные группы с пулеметами. В результате проведенных мероприятий с 22 по 30 января включительно всего задержано почти 25 тысяч человек. Ну, здесь написано в документе 24 961 лицо. В течение следующей недели были задержаны массы беглого элемента из Украины в количестве почти 15 тысяч человек. То есть 25 тысяч плюс 15 тысяч – это 40 тысяч.
Это те, кто смогли, те, кто были посмекалисти, те, у кого были подводы, лошади и корм для лошадей, чтобы пройти дальше, уйти с Украины. Люди поняли, из Украины надо бежать, потому что в Украине готовили специальный голод, террор массовый, аграрный, готовили в Украине. Те, кто это понял, те бежали. Они были задержаны, они все были расстреляны, друзья, как враги народа. Враги какого народа? Народ это кто? Это те Шариковы, которые стояли наверху, и их руки, то есть клонированные красноармейцы, зверушки в этих своих шапочках, непонятно какого предназначения, со звездами в головах, конечно, друзья. Вот я вам показываю картинку транспортного отдела ГПУ в Казатине Винницкой области начала 1930-х годов. Что делать с беженцами? Об этом указано в директиве, этой самой директиве ОГПУ 5.00.31. Немедленно арестовать всех, кто пробрался из Украины. Применять тщательную фильтрацию всех злостных контрреволюционных элементов. Какая контрреволюция? Люди есть хотели, элементарно хотели есть, а им приписывали контрреволюцию. Так что, друзья, контрреволюционные элементы приказали поместить в концлагеря. Других возвращать в места их проживания. Тех, кто отказывается от возвращения, направлять в кулацкие спецпоселения в Казахстан. Что было тогда в Казахстане, друзья, мы не знаем. Казахстан – особая земля, о которой мы вообще ничего не знаем. Вот туда якобы сейчас, мы читаем, в 30-х годах, в начале 30-х отправляли каких-то спецпереселенцев из Украины. Но во время войны, через 10 лет, туда снова стали отправлять спецпереселенцев. Кто жил на территории Казахстана, куда дели эти народы, выбили? Именно эти пустующие места решили заполнить переселенцами отовсюду. С Кавказа, из Крыма, с Украины, из России. Отовсюду туда народ гнали. Не просто так. О Казахстане еще мы с вами поговорим. Это страшное явление Казахстан. Он не назывался Казахстаном тогда. Казахстаном его стали называть уже в советское время. Между тем, именно в те дни, когда ловили беглецов, появилась директива ОГПУ от 7 февраля 1933 года, где обозначены такие планы. В Южном Казахстане в течение зимы-весны текущего года будет расселен для освоения в сельском хозяйстве, рыбных, кустарных промыслах новый контингент в пределах 1 миллиона человек. Это что? Это 30-е годы. Бандиты только еще пришли к власти, и они уже в пределах 1 миллиона, они уже гнали со всей России народонаселение в Казахстан. А Казахстан уже выбили, выморили. Уже Казахстан был пустой от народонаселения. Сколько среди этих пришедших спецконтингента новых людей было из Украины? Также остались вне поля зрения судьбы крестьян, которые осмелились бежать от сталинского произвола за границу. Новоодесский район, в селах Градыницы, Яськи, Троицкая, Беляевка. Ряд крестьян в связи с хлебозаготовками собирается уйти в Румынию. Кто ушел, тот выжил. Удалось ли тем смельчакам перейти советскую границу, которая, как известно, была на замке? А если удалось, то какая судьба их постигла? Вопросы, вопросы. А ответов-то нет, друзья. Кому-то удалось перейти границу и выжить. Я думаю, это редкие семьи. Представляете, с семьей идти через границу, которая плотно закрыта. И на границе стоят... На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. И так было на каждой границе Советского Союза. Не выпускали народ, стреляли на месте. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Мы должны знать историю, мы должны знать то,
что была такая советская власть, которая издевалась над народонаселением. А ее потомки сегодня, ее потомки, они все во власти сегодня, друзья. И все занимаются тем же самым. 100 лет витка, и они вам готовят новое событие, которое, ну, в результате которого, я думаю, народонаселение и так уже в России уменьшилось до невозможности со 146 миллионов до 36 миллионов или до 32. Здесь уже у меня цифры колеблются, но не больше. Вы не думайте, что вас больше, друзья. Можете спорить, можете не верить, но легче вам от этого не станет, друзья. А помнить то, что пережила Россия, вы должны, вы обязаны, друзья, помнить. Это спасет, может быть, вас от того, что грядет сегодня. Вы должны знать, с чем столкнулись народы, которых поработили бандиты. Вы должны это знать. Не воспевайте осану вашим хозяевам судьбы. Они издевались и уничтожали ваших предков. Они сегодня уничтожают вас, остатки населения нашей страны. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.